И в нашем городе есть такой человек с большой буквы, меценат Георгиади Иван Владимирович. В Казахстане стартовала республиканская акция «Дорога в школу». Ее цель – оказание необходимой помощи школьникам из малообеспеченных и многодетных семей. Принял участие в благотворительной акции и депутат областного маслихата Георгиади Иван Владимирович совместно с детским садом «Академия маленьких талантов». Детям из 10 семей организовали праздник и раздали подарки к школе. Помимо рюкзаков с канцелярскими принадлежностями, раздали продуктовые наборы, а также футболки и кружки с символикой дошкольного учреждения. Как отмечают родители, подобное внимание необычайно ценно. Безносик Алексей. Есть Алексей? Хотела бы выразить огромную благодарность за помощь нашим детям. Прекрасные, конечно, подарки. Прекрасное заведение. Я думаю, все родители, как и я, будут благодарны. А наши дети будут ценить, беречь то, что дарят им. Стоит отметить, что Иван Георгиади и детский сад «Академия маленьких талантов» не в первый и не в последний раз принимают участие в акции «Дорога в школу». По окончании мероприятия детям организовали пикник. Ольга Цуканова, Юлия Исланова, Дмитрий Косыгин. Новости Темиртау.